Что сейчас происходит? Ну, давай. Ну, тут, типа, хомячка два. Они увидели самолет. И один говорит: эх, нам бы тоже так. А другой ей говорит: ага. А тут они идут домой, и этот придумывает: а давай тоже, тоже полетим. Да, этот отвечает. Тут вот они летят в самолете, но у меня до этого был другой комикс. Где они летят в самолете? Вот. Ну, много частей от другого комикса. Тут она типа говорит: надеюсь, не буду собакой, как обычно. Не буду собакой? Угу. Ну, потому что она там собакой стала. Кто? Ну, вот это вот из моего... Ну, вот это вот, короче. Мышонок? Нет, другая. Сейчас, короче, я расскажу. На... Так вот. Потом такой же кадр был в прошлом комиксе. У меня еще очень много комиксов было. Про Лис там. Короче, в комиксе, одном из комиксов. Она посадила... ее собаку на чемодан, и они подумали, что она сумасшедшая. А эта собака говорит: ну и тут они бегут к автобусу, она показывает, куда надо идти. Нет, это хомяки. Тут они идут и встречают. Кого не встречают? Такую девушку, которая сошла с ума и ходит голая. То есть не с ума сошла ради подписчиков. Да? У нее на попе нарисованы какие-то следы. Нет, это блеск у нее. Какой блеск? Ну, задница. Это так блестит задница? Угу. А, прямо отражается. Да, тут дальше они забегают в дом и удивляются, думают, что это какой-то такой. Вот здесь мы сейчас, здесь. Они удивляются. Давай я буду прямо так держать, чтобы тебе было видно. Так вот, они тут удивляются, думают, что за магический дом, потому что тут оказались какие-то сюрпризы, они выбрали... Этот вот выбрал, левый выбрал право, а правый выбрал лево. Тогда... И что это оказалось? Это оказались мечи, они очень обрадовались. И дальше они показывают себе свои мечи. У них улетают крылья? Да, да. Потом оказывается, что меч вот этого хомячка, вот этого, Коль, вот этого хомяка, это сильнее, потому что в нем вода и природа, а у этого только огонь. И вот, этот ест бутерброд, а этот говорит: отдай мне этот меч, обменяемся, типа, давай. Этот говорит: нет. Тогда тот укусил, который... хотел забрать меч. Коля. И этот хомяк, которого куснули, он все равно говорит: нет, но ему так больно укусили. А потом приходит опять та самая девушка. А ну вот, когда у него глаза вытекли. Ну да. Потом приходит та самая девушка и пытается их мирить, но они вообще это самое. Тогда они договариваются, что этот не отдаст это самое меч, но он принесет целый мешок зерна. И этот говорит: нет, мы еще на прошлой картинке. Этот говорит: точно дашь зерно? И этот говорит: да. Дальше он дает зерно, и этот радуется. Дальше сюда идем. Тут ты не туда показываешь. Дальше тут появляется. Тут он, этот хомяк, ест из мешка. Говорит: ну, а этот хомяк какой-то новый.
говорит, ха! А тут этот хомяк говорит, ты кто? Ой, то есть он говорит, ты кто? И, а этот хомяк кто-то... Он говорит, ном. Ном? Я хом, он говорит, а этот говорит, ном. И потом они... вот. И потом этот самый хомяк предлагает дружить. Этот говорит, да я давайте. Дай. Да, короче, типа, давайте дружить. Этот говорит, ура! Кто? Ну, вот этот вот. А дальше этот хомяк новый дарит, типа, подарок такой. Вот, Коль, ты не показываешь, вот. Ну, мишка, типа. А вот, мы туда листаем. Дальше они спят. К ним приходит монстр, который ест только людей. И он говорит, а, вы хомы? И уходит. Потом да, тут да. Просто картинка этого самого современного хомяка. Дальше тут вот такой, не знаю, я забыл. А, это сон такой. Дальше они едят утром. И суп, да. А почему их три? Ну, раз, два, три, да. Мы же было уже двое. Ну, они подружились с еще одним, который... С которой ном? Нет. Ну, потому что вот с этим, которого пятно еще. Дальше они... А, красное пятно? Нет, вот с этим, которого пятно на шее, на шее, на шее. Ты понял. Тут они дальше катаются. Вот это вот посередине с ним они подружились. Дальше они видят стену, такие, стена! Они сходят уже с ума. И тут один из хомяков въезжает в стену, ну, прям насквозь. И второй, и третий. И все, все. Все влетели. Это оказался какой-то мир. Тут они видят какую-то статую, потом еще одну статую. Вот. Вот. Такая статуя? Да. А еще? Вот еще. Дальше они видят какую-то нору. И где? Там, вот, и там оказывается портал. Дальше они телепортируются в дом и конец. Дай досниму. Ну все. Как они попадают в дом? Там еще одна картинка есть, последняя. Конец называется. Классная история. Еще есть истории? Есть, но только в другом районе. Спать охота. Надо немного. Ладно, пока.